Вот человек созависимый, он не разделяет. У него все это смазано, у него это все в слиянии, у него это все разрушено. Да? Это как бы один такой вот какой-то клубок глистов. Да, вот он там должен закидывать какую-то еду им, а они там это все жрут, жрут там как-то, да. То есть это как бы неотделимо одно от другого. Где начинается одна личность, где другая, где границы экономические, физические, психические, там какие угодно. Все стерто, все смешано. Я несу ответственность своим поведением. Из-за своего поведения как бы... папу не расстроить или маму пьющую, или в ремиссии, да, сухая ремиссия, ой, а как бы тогда папу не потревожить, а то он разочаруется. Вот это, кстати, чисто моя история. И когда мне это все рассказывают, просто под копирку, просто, как мне, допустим, мать там внушала, ну ты там с папой-то поаккуратнее, а то-то сейчас он вот не пьет, а если он запьет, это, сука, станет как бы нашей проблемой. И твоей, типа она мне говорит, как бы иносказательно, твоей в первую очередь. Ты же его в прошлый раз-то спас, а сейчас вот он не пьет, ты типа цени это и с ним веди там поаккуратнее себя. Чтобы он не расстроился, как капризный ребеночек, недооцененный гений. И чтобы, а вдруг он там, и он тогда пойдет и развяжется, и напьется, и все это повиснет на нас. И на тебе, Миша, в первую очередь, как я уже сказал, в том числе, как минимум. Вот. Видите, какая цепочка? Видите, какое приучение, научение вот этому всему? Значит, что я сделал? Два раза я избил отца, сломал ему несколько картин, а матери брызнул баллончиком в лицо и ушел. И до сих пор уже долгое время, долгие годы я этой темы не касаюсь. Это все там терапия, там все, ну, это действие, да, понимаете? Я терпеть не буду никогда и ничто, и ни от кого. Радикально, жестоко, неправильно, зачем? Это родители там и так далее. Нет. Я бы тогда, опять же, если бы я вот это вот все прожевывал, я бы тогда не смог бы как-то вам немножко, ну, содействовать и помогать. Бить этих людей надо. И пусть там срываются, и пусть подыхают, и пусть что хотят делают. Делают, да? То есть надо разрывать, конечно. Я не призываю там никого к каким-то там действиям подобного рода. Конечно, надо проходить терапию прежде всего. И постепенно, постепенно, у кого как получается, кто-то пощечину дал, ушел, кто-то там... квартиру забрал, а лучше все вместе. И пощечину, и избить, ну, если надо. И квартиру забрать, и все, и всех разуть, раздеть, и таким образом отомстить. За годы унижений. Так, может быть, брат золотой ребенок, и через спасение его она заслуживает любовь матери. Ну, конечно, безусловно, она-то козел отпущения, а он золотой ребенок, такой мажорчик, по сути, такого нищенского разлива, да, по казино он, блядь, ходит, у него жена с тремя детьми, он какой-то вонючий слесарь, а играет он на деньги своей сестры, обесцененной, именно поэтому с нее сдаивают эти деньги великие, играть он будет почему-то на ее деньги. А потом и какая-то онкология, еще там что-то. Это все, я так думаю, я в этом практически убежден, что это все вранье. Нет там никакой онкологии. Все это просто для скачки, конечно, просто бабок. И это, конечно, клиенту понять, ребенку понять в семейной конструкции практически нереально. Ну как, это же семья, это мама, брат, да, такие, да, они странные, да, они какие-то не такие, да, много вопросов, да, много претензий, обид и всего прочего. Ну блин, это же моя семья. И вот, вот он переход, вот эта точка перехода,
с гипноза в разгипноз, когда мы должны понять, что это, ну, вот она, пуповина тянется, 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 и она рвется в какой-то момент. Когда человек понимает, что, а блин, это же просто люди такие же, как все, и они вели меня, со мной себя так. Я их больше не буду оправдывать и жалеть. Я буду наконец-то защищаться.